Всем здорова, с вами Хирозе, мы находимся в игре BMG Drive, и сегодня у меня довольно интересный мод, называется Total Manage. Он рассчитывает цену, значит, повреждения автомобиля, сколько будет стоить ремонт. Идею мне предложил подписчик в телеграм-канале моем. Установить мод на стоимость повреждения авто. История. Молодой хасанатор купил себе Mercedes или BMW, и вот он хотел суету навести и иногда не справлялся с управлением и втотал об встречную машину. Вот так вот, друзья, это офигенная идея, она мне очень понравилась, поэтому я решил ее сегодня же и заснять. Если вы также хотите предложить идею, то подписывайтесь на мой телеграм-канал, ведь там я намного быстрее увижу эту идею, замечу и 100% возможно сниму, если мне понравится. Также спасибо большое за 4000 подписчиков, идем дальше к 5000. Все, приступаем к ролику. Итак, друзья, нашего персонажа сегодня будет звать Санек, это прям в честь автора. И сегодня Саша будет врезаться и хасанить. Ему купили мерседесик, или он сам купил, не знаю точно. Заводим и поехали. Давайте пока что просто мирно попробуем что-нибудь вытворять. К примеру, превышать скорость. Смотрите, нога торчит из-под мерседеса. Это цешка обычная такая. В принципе, старенький мерс, но я думал, всем нравится. Надо остановиться, наверное, да? Или нет? Да ну нафиг, надо на встречку вылазить 100%. О, ребята, но это пока что мы немножко дебоширим, да? Давайте, наверное, уже начинать врезаться. Оп-оп-оп, и поехали, друзья, просто. Total damage. Я, кстати, сам не ожидал, что на самом деле сейчас врежусь. Я типа думаю, врезаться или не врезаться. Ладно, пик с ним и замедлялку сделал. Но вот только посмотрите, какие кадры, это прям очень красиво. Давайте побыстрее немножко сделаем. В 16 раз замедлять действие, ничего себе, давайте 8. Во, это прям тотальное. 2610 долларов в рубли. Это вот столько сейчас на монтаже показываю. В реальном времени делаем. И давайте посмотрим вообще, что у нас повредилось. У нашего Санька фары нету. Вообще, можно сказать, передка теперь нету. Вообще тут ремонт, конечно, довольно дорогой будет. Хотя не знаю, точно ли показывает Total Damage прям реальную цену. Возможно, нет. Я слышал, что превышает намного, чем в реальности. У нашего, значит, этого какого партнера по ДТП, блин, зад просто помят, ага, просто ничего себе, да, офигеть просто. И крыша почему-то, кстати, бачок немножко, и этот бачок, ничего себе у него тут на самом деле. Фара разбита передняя. Ему что-то досталось, короче, конечно, максимально, но нам все равно, потому что мы просто-напросто починимся и будем ехать, конечно же, дальше. Давайте запоминать цены. Первая авария была 2610, я даже запишу в блокноте. Следующие аварии будут 100% жестче, но пока что мы едем. Давайте вообще определяться, или нет, куда мы едем, или у нас вообще цели нема. А знаете, зачем мы вообще по сторонам-то смотрим, не понимаю. Мы же сегодня хасанаторы. Все, погнали, вот смотрите. Вот там трафик видно. Давайте, наверное, навстречку выйдем. Ну а что еще делать? Так, замедленное действие врубаем в 4 раза. Давайте посмотрим, что будет с Мерседесом и Саньком. Ух ты, черный и белый столкнулись, еще и красное. Это, конечно, прикол. 12 тысяч долларов, 13 уже, ничего себе. В реальном времени делаем. Тут я подцепил аж 3 машины. Кстати, красный уезжает, что ли? А нет, я бы его сейчас, а то петличкой бы поймал. Петличкой. Повреждения тут описывать очень долго, поэтому вы посмотрите их сами. Тут, в принципе, все разбито, и их не нужно комментировать. Тут уже и так видно, что зад и так далее. Так, с Саньком, что с Саньком? Ну, он немножечко так приуныл, но это бывает, ничего страшного, бро, это легенда. Красная машинка стала будто спортивная какая-то. А с Audi, кстати, откуда она тут? А с Audi стало тоже, в принципе, все плоховато, но это поправимо прям. Короче, ремонт у нас вышел на 13 265 рублей. Но это, мне кажется, слишком много. Тут не очень-то правдивые цены. Но все, вторая авария у нас 13 тысяч, записываем. Едем дальше, друзья. Едем снова подцеплять авто. Так, этого скипаем, притормаживаем чуток. Опять нога у Санька вылазит. Давайте, наверное, в это уедем. Просто без замедленного, как бы. Чего? 19 тысяч? Не, мне кажется, это такая, знаете, авария маленькая была достаточно с предыдущей, если сравнивать. Но тут получилось 19 283 доллара, тоталка. Да вы чё? Ну ладно, третья авария 19 тысяч. По повреждениям тут все ясно, просто передки немножечко сдохли. Остальное все нормально. Поехал Санек снова. Снова он ищет жертв, чтобы подцепить и посмотреть тоталку. Топ, ребят, мне кажется... Да блин, я что не очистил? Блин, я с предыдущего не очистил. Вот почему 19 тысяч получилось, я думаю, что за бред.
Получается, прошлая авария у нас получилась 6000 с чем-то. Давайте так и запишем. Все, больше не буду забывать то, что нужно очищать Total Damage. Кстати, почему $1 появился? Ладно. Хорошо. Играем по реальности. Это у меня немножко, кстати, сегодня подлагивает. Ну-ка, во всех улетели. Вроде бы. 4000 тоталка получилось. Хорошо. Кчау. Давайте посмотрим повреждения. Так, мистер Кчау, что у нас тут? Просто крыло, я так понял, вообще вылетело почти, да? И капот помялся. Так, тут ничего. Бампер отлетел немножечко так. Фар разбита, хорошо. И у этого чебурека какая-то хрень. У этого разбилось стекло, помялась дверь. И также вылетел передний бампер. Этот вообще улетел в какую-то хрень к парашу. У него зад помят. Двери согнуты. Почему-то этот, кстати, автомобиль, он всегда мнется очень странновато. Стекла повыбиты. Передняя тоже разбита. В общем, пострадал тут не самый я, а тот чувак белый. Хорошо, четвертая авария у нас получилась 4080. Давайте ее очистим. Вот на самом деле автоматически бы как-то очищалось, когда я респавню машину. Вот было бы здорово, но мод достаточно старый. Поэтому я думаю, что этого реализовать невозможно, скорее всего. Его забросили. Кстати, этот мод сейчас в конфигурациях, я так понял, не найти, потому что я искал и не нашел. Поэтому его нужно скачивать с официального BMG сайта. Ограничалка 70 была. Нам немножко все равно. Давайте на встречку выйдем и немножко будем наглыми. Потому что в потоке мы тут самые крутые. У нас Мерседесик и Санек за рулем. Ой-ой-ой, в дрифт случайно зашел. Немножечко так, в заносик. Ну и давайте, смотрите, это машина, к примеру. Оп-оп-оп-оп, замедленно. Просто в 50 раз вы посмотрите. Нет, давайте немножечко, все-таки в 16 раз. Погнал, просто. Давай-давай. Нет. Рекорд не побил первого. Точнее, второго. У нас второй же 13 тысяч там было. Хорошо. Это отлично. Вы посмотрите, как вообще летят машинки. Давайте в реальной же. Ух ты, нихрена. В реальном времени сделаем. Так, хорошо. Три машины снова я задел. 10 тысяч ровно. Можно сказать, почти половина. 11 получилось. Так, смотрите по повреждениям. У нас зеленый зада нет. Переда нету. Вот и перед есть. Зато зад вообще просто умер. Его даже не починить, скорее всего. Крыша помята. Также у этого просто помят капот, выбита фара и передний бампер улетел. А ну остальных я, в принципе, не трогал. У нас капот превратился в какую-то, блин, коробочку. Потом бампер упал. Фар больше не существует. А Саньком что? Давайте посмотрим, что с ним там. Ну, он как всегда, но он выжил, конечно же, естественно, он выжил. Потому что это Санек. Если Санек сдохнет, то это, блин, ГГ. Хорошо, пятая авария у нас получилась 10598. Мне интересно, вот сегодня как-нибудь можно сделать 30 тысяч, 20 тысяч тоталку? Вот если, к примеру, врезаться в стенку, да, обычную, или в заборчик, ничего не будет, видите? Тоталки нет. Надо обязательно именно в машину какую-то врезаться. На самом деле это довольно большой минус этого мода. Потому что если врезаться только в машину, то это довольно быстро наскучит. А если бы этот мод работал также и на предметах разных, то я бы, наверное, дохренище всего снял. К примеру, как с трамплина куда-нибудь. Какие-нибудь кактусы пластиковые, да? И все, и посмотреть тоталку. Ну мы пока, знаете, не борзей. Не-не-не, подождите. Не надо борзеть пока что, потому что страшноватенько. Нам так-то и бздюлей могут дать. Но немножко похасаним, вот так вот, да? Шашечки поиграем. Чуток. Вот так вот. Подрежем, да? Ну и вот в это уедем. Ну как я выбираю, спросите вы? Да не знаю, я на рандом просто еду, мне все равно. Хорошо, опять в белого, кстати, влетели. И опять красный, кстати. Ничего себе. Давай. Ладно, не долетели. Хорошо. $6300 у нас получилось. По повреждению что? У красного лобовуха в смяточку. И бампер помят, капот помят, все остальное нормально. У белого снова. Вот смотрите, вот именно вот эта модель машины почему-то прям тут крыша такая непрочная какая-то. Также у него, ну, тут комментировать не надо, да? У нас тоже не надо комментировать, все видно. В принципе, зачем мне комментировать, если просто можно показывать повреждения, да? Ну-ка, а нет, все-таки показалось. Я думал, зад у нас тоже что-то там отлетел. Так, шестая авария по счету, значит, да? Окей, $6341 тоталка. Вот я сегодня хочу как-нибудь сделать 20 тысяч. Но мне кажется, это у нас сегодня не выйдет. Потому что это с какой вообще скоростью нужно влететь, чтобы получилось 20 тысяч? Вот черт, я забываю вот эту фигню очищать. Вот серьезно, было бы по инсерту нажатию, чтобы очищал. Типа зареспавнил машинку и все.
и проблем нет. А тут я прям забываю жестко довольно. Вот в этого, вот в этого. Давай, давай, давай. Синенький. Ну ты вообще борзой какой-то. 140 км в час. Вот что будет? Вот Санек в ахере, смотрите, он едет просто и офигевает. Бам. Так. Так, до 10 дойдет? Нет, до 10 не дошло, блин. А так хочется сегодня что-то прям колоссальное сделать на самом деле. Ой-ой-ой. Ни хрена себе зацепили, закусились. Серый, ты чё, куда поехал? Повреждения сами видите. У меня нету передки, у этого тоже нету, и того тоже. Ну, довольно такое себе, слабенько на самом деле. 8759 получилось, почти 9. Хорошо, запишемся. Нет, все-таки надо как-то сегодня все-таки 20 тысяч сделать. Непонятно, конечно, каким образом. Снова очищаем, не забываем про это. И поехали. Э, что ты встал? А вот что если немножко врезаться? Так, смотрите. Видите? Не делается. А, нет, $100. Блин, да ни хрена. Тут максимум повреждения, не знаю, на 0. Ну, серьезно. Так, поехали. Довольно крутая прямая. Давайте немножко разгонимся. Если будет машинка, въедем. Опа, опа. Так, так. 10 тысяч уже есть. Хорошо, до 11 не дошли. Блин, опять. Восьмая авария, значит, 10 536. Записываем. Зачем я это все записываю, спросите вы. Чтобы потом посмотреть за весь ролик, сколько мы там наделали делов. Давайте посмотрим немножечко повреждения у автомобиля, у белой тачечки. Ничего нет, зачем она тогда остановилась? Так, серая уезжает. Че она, офигела что ли, Ауди? Ну у нее прям вообще капец. Так, это что у нас? Ага, тут вообще, кстати, довольно все криповенько. А мы, кстати, где? А, забыл. У нас тоже все плоховато. Ну, короче, эти чувачки вообще в шоке, что мы сегодня делаем. Поэтому я решаю все-таки ультануть, найти какую-нибудь горочку, если она есть. Спустить машину с этой горки. И, конечно же, ультануть. Так, ребята, все-таки никаких горочек я не нашел. Все, поехали. Ограничалка 60. Нам ли не похрен? Вот чуть не смартернулся. Вот вы меня чуть не забайтили. Так, тихо, 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 молодой, тихо. Эй. Кстати, а что после повреждений, если вот так вот въехать в стенку? Чего? А нет, я все равно въехал, видите, total damage, оно не прибавилось. То есть у нас за какую? Что это вообще за авария? Это 9-я авария, и у нас 3848. Мы сегодня что-то вообще никуда не летим. Вот самая крутая авария, это, по-моему, вторая. Да, вторая авария самая крутая. Так, повреждения, тут зада нету. Тут, а куда я еще влетел? У красненькой переда нету. Я, знаете, почему быстро показываю? Это потому что тут, в принципе, так все ясно, какие повреждения. Поэтому и показываю так вот. А у нас, кстати, довольно прикольные повреждения. Тут даже можно описать. Перед ясень пеня вот с дверьми прикольно получилось, на самом деле. Они даже не открываются. Даже заели, ё-моё. Короче, у меня родилась прикольная довольно идея. Это скинуть Мерседес с крыши на какой-нибудь автомобиль. Давайте это даже как-нибудь устроим. Кто там едет наперед? Давайте посмотрим. А, никто. Ну, блин. Едет, едет, едет. Один чувак черненький. Давай, 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 погнал. Да. Вот, вот, не, ну я крут. А я еще опять не очистил, да? Вот видите, я вообще не запоминаю. Но у нас сегодня повреждений не было. Точнее, сейчас не было у нас повреждений. Блин, на самом деле так с крыши хотел скинуть автомобиль на какой-нибудь тоже автомобиль. Ну ладно. Кстати, что будет, если вот так вот сейчас врезаться? Опа, 4000. Неплохо, кстати, с такой скорости. Ну ладно, это, наверное, не сочтем. Ладно, сочтем, давайте сочтем. Все-таки 10-я авария, окей, хорошо. У нас сегодня 4146. Отлично. Я вот хочу прям вот максимально, чтобы было интересно, разогнаться на всей скорости. Давайте даже другую карту, да, выберем. И разогнаться на всей скорости по прямой. И врезаться в любую тачку, вот абсолютно. Я даже сам, в принципе, могу заспавнить. Там, в принципе, не важно. И посмотреть, что будет вообще. Хотел бы вам порекомендовать игровой канал Флоток. Паренек снимает в основном Майнкрафт и тестирует общую тему канала. Есть интересные рубрики, такие как ответы на вопросы, разные битвы и многое другое. Имеется даже автомобильная тема, такая как тюнинг или прокачка автомобиля. Этот ролик мне очень понравился. Всем привет, всем здравствуйте, с вами я, Флоток. Куда фиолетовый, розовый, я дизайн какой-то цвет. Да, больше розового, то да. Флоток является моим другом, поэтому перейдите к нему и передайте, что вы от меня. Ведь старается и мечтает о большой аудитории. Продолжаем видео. Итак, ребята, смотрите, что я, в общем-то, придумал. У нас есть вот такая вот карта, чисто прямая, можно сказать, чтобы шашечки делать. Но я заспавнил вот такую вот BMW, и я со всей скорости попробую разогнаться до максималки на Мерседесе и влететь в эту BMW. И какая цена будет, посмотрим. И не надо писать, что типа, о, Мерседес, чё, против BMW, типа он чё, крутой что ли? Нет, я просто на рандом BMW заспавнил, вы чё? Давайте на счёт 3. Раз, два, три, погнали, ребята.
Давайте посмотрим вообще, что будет. А, Санька не добавили. Отмена. Санек добавлен. Раз, два, три, поехали. Все. Саньком. Только Саньком. Потому что, если бы не было Санечка, вы представляете, что за ролик бы получился? Вы чё? Это надо прям предсказывать на самом-то деле. 166, 170. На фиге, кстати, быстро довольно набираем. Для этого Мерседесика это достаточно быстро. Он уже не гоночный, не гоночный. А он уже 210 летит, можно сказать. Это обалдеть. Кстати, что-то я далеко на самом деле добавил, да, BMW. Заспавнил, хотел сначала сказать. Так, потихонечку замедленным действием все-таки начинаем делать. Иначе я вообще не справлюсь с управлением. И могу случайно вылететь. С дороги, блин, с игры, с жизни. Бам! 23 тысячи! Да ну нахрен, ребят, мы наконец-то это сделали. Это просто колоссальная сегодня цифра. 24 тысячи уже. Это потому что сегодня мы не могли достаточно огромную цену сделать, потому что у нас была карта город. Но вот на такой вот прямой все-таки надо было сначала записывать, блин. Ну ладно, ладно, это в плюс все-таки я, у меня так всегда. Вот тут повреждения точно надо смотреть, потому что тут и радиатор сдох, и двиг почти сдох, оранжевым горит. Скорее всего, конечно, заводится, но все же. Капот превратился просто в сковороду, тут крыло исчезло, тут помялось, фара выглядит круто. Это тут фары вообще нет, а нет, вот она. Также вывернуто колесо, потом это тоже колесо вывернуто 100%, потому что въехало. Так, хорошо, стекла разбиты. Даже люк разбит, лобовуха разбита, кстати, вообще должна была нахрен разбиться полностью, как и боковые. Сзади нормально все, хотя тоже от вибрации, скорее всего, должно было разбиться, ну ладно. Короче, все достаточно хорошо, в кавычках, у Мерседеса. Вот у BMW капец. Вы только посмотрите, оторвало, я так понял, дверь. Тут ничего вообще сверхъестественного нету. Сзади у нас помялась, что, фара помялась. Вот, представляете, она не то что разбилась, она согнута, чё? Это реализм, ребята. Дверь согнута, задняя часть чуть-чуть согнута. Так, это тоже немножко согнуто. Так, 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 давайте посмотрим. Вот чуть-чуть, да, посмотрим. 7-9-7. Это круто, ребята, запомните это число. Вообще, давайте хэштеги напишем в комментариях, чтобы не, чтобы забайтить кого-то, к примеру. Кто не знает вообще, о чем ролик и о чем конец. Вы просто хэштег 797 пишите или просто цифру 797. Ребята, а я с вами прощаюсь, потому что это конец ролика. С вами был я, Хирозен, и Санечек за рулем. Сегодня была рубрика какая, давайте назовем, не знаю, Total Damage Anal Vein, да-да. Вот такая рубрика. Сегодня мы проверили, в принципе, Total Damage всех машин. Точнее, ну, в трафике, да, имеется в виду. И получили самое максимальное число, это 24271. И давайте посчитаем, что сколько у нас вообще всего получилось. 10 плюс 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 10 плюс
6. Ребята, все, со всеми прощаюсь. Вступайте в телеграм-канал. С вами был я, Херозен. Всем удачи, всем до скорых встреч.